Ой, миндальный.
Вот эту штучку, это то, что мы открыли.
даже и на Сицилии. Ну, когда ты знаешь, какое должно быть настоящее мороженое, именно вот из этих фисташек, из качественных, да, то ты можешь сравнить мороженое ни о чем, средненькое, и мороженое высшей категории, скажем так, артиджинале, вот это джелато, которое делают. Мало того, что, ну, маленькие, назовем их, как их правильно назвать, маленькие вот эти вот домашние лавочки, да, которым по 50, иногда и по 100 лет, но еще и из качественных продуктов, ведь одно дело какие-то ароматизаторы используются, другое дело использовать фисташки, а третье дело использовать вот такие фисташки. А вот эти мои друзья, они отправляют на экспорт в Америку, да, казалось бы, у них и в Калифорнии есть, но однако же вот это пистакио ди пронте, пистакио верди ди пронте покупается в Америке на ура. Вот поэтому мороженое я попробовала год назад, и я влюблена. А даже ела такое мороженое, шарик,